Приветствую всех на своем канале. С вами интересный канал. На обзоре у нас монета Эквадора 20 центавос 1981 года. Эквадор — страна в северо-западной части Южной Америки. Слово Эквадор происходит от экватор, который и пересекает данную страну. Государственный язык испанский. С 1884 по 2000 год денежная единица Эквадора был сукре, а затем в связи с гиперинфляцией сукре был выведен из обихода и был введен американский доллар. Сукре состоял из 100 центаво. Перед нами монета 20 центаво, которая относится к периоду 1975-1981. Чеканилась она в 75-м, 78-м, 80-м и 81-м. Тираж монеты в 81-м году составляет 21 миллион экземпляров. Перед нами реверс монеты, на котором цифрой 20 номинал. Ниже надпись денежной единицы центавос. По окружности монеты вдоль канта точечный ободок. С двух сторон по краям монеты изображены оливковые ветви. Давайте повернем монету на аверс. Перед нами аверс монеты, ориентация монетная 180 градусов. На аверсе изображен герб Эквадора, который в своем современном виде был утвержден Конгрессом Эквадора 31 октября 1900 года. Данный герб основан на гербе более старой версии 1845 года. Герб представлен в виде овального щита. На щите изображен потухший вулкан, гора Чимбараса, наивысшая точка Эквадора 6267 метров по одной версии, 6259 по другой версии. Также изображена река Гуайас, берущая свое начало у подножия этой горы. Данная картина означает красоту и богатство регионов Сьерра и Коста. Также на щите на реке изображен пароход под названием Гуайас, который был построен в 1841 году в Гуаякиле. Этот город находится на побережье этой реки. Это был первый пароход на западном побережье Южной Америки. Вместо мачты у парохода изображен кадуцей, означающий торговлю и экономику. Вверху на щитом расположено золотое солнце в окружении четырех знаков зодиака: Овна, Тельца, Близнецов и Рака, которые указывают на месяцы с марта по июль, означающие продолжительность мартовской революции 1845 года. Вверху над щитом изображен кондор с распростертыми крыльями, означающий мощь, величие и силу Эквадора. С двух сторон щита расположены четыре флага Эквадора. С левой стороны щита лавровая ветвь, символизирующая славу республики. С правой стороны пальмовая ветвь символизирует мир. Внизу под щитом расположены фасции, означающие достоинство республики. В основном исторические гербы Эквадора имеют овальную геральдическую форму. По окружности монеты вдоль канта точечный ободок, также по окружности надпись «Республика Эквадор». Внизу монеты кочеканки 1981. Монета сделана из стали, покрыта никелем, диаметр 21 мм, толщина 1,5 мм, гурт гладкий, вес 3,6 грамма. Цена монеты от 5 до 15 гривен. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока!